Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня мы пришли в наш парк поплавать на вот этой лодке. Исполнится моя мечта изначально, когда я сюда приехала. Папа, давай к ней. Не, давай до туда. Пока ветерка нет, я туда потом пойду с ветерком, покажу тебе, как надо. Давай, раз. Давай. Как развернуться? Вот этим веслом. На себя. Пускай на себя, да. Теперь двумя. Давай. И раз. И раз. И раз. Да, ловко, конечно, управляешься. От станции мы отплыли едва ли, конечно, да. Ну, потому что я не умею. У нас вот бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев здесь где-то на лодках плавал, тренировался. Ну, правда, в основном на гребном канале, но, возможно, и здесь плавал. Теперь видишь, вот как, каких высот. О! И раз! Видишь, главное почувствовать этот. И раз! И раз! Так, сейчас развернем. Ой-ой-ой, я не туда. Вот этим веслом, вот этим подрабатывай. Ага. Мой самый главный страх, это вот когда я на воде, плыть в канал. Потому что там змеи. В канал, в камыши. Канал. Глубина здесь не очень. Не, ну это кажется глубина такая, потому что, наверное, еще стелятся водоросли. И раз, этим посильнее. И раз. И раз. Вода. Папа, билет. Этим сильнее. Потому что этим сильнее нас ветер тащит. Все, сейчас я пересяду, потому что пошел ветер. Ветер. Сейчас мы в открытое озеро пойдем, а там ветер. Представляешь, загородили. Раньше все тут плавали. Такой маршрут был. Проходили под этим мостом. Можно туда заплыть, там лабиринт. Лабиринт? Да. Вот где мы гуляем чаще всего. Мы сейчас одной, чтобы развернуться. Одной левой? А? Сейчас, подойди. Упор. Упор. И раз. И раз. И раз. Круто. О, тоже голубая, смотри какая. Вот тоже место, где эти голубые глины. А это что такое? Ну, глина такая, она цвет просто голубого. И она вот там лежит, вон его видно пятно. А на нем трава не растет. Их же добывают, эти голубые глины, для строительства. Вон тоже пятно, туда подплыли, вон голубое пятно, видишь? Вот, вот здесь, прям на домик на этом плыве, на Венере. Во, класс, да, смотри. Жалко, что я это не сниму. Прям, да, голубое. И вон пятно голубое. Полно. А, вот. Вот мы сейчас прям голубым пятном. Красиво. Будто мы на какой-то... Вон тоже вот, на них видишь, смотришь, голубые тоже пятна. Вижу. Вот мы, да, проплыли. Привет, мозоли. Ну а как же, мозоли, да. Что-то она хочет, видно, ее прикармливают. Она, наверное, ест здесь. На прикормежке. Ты полчаса крутила, да, чтобы до него доплыть. Ну что, пойдем к лабиринтам попробуем? Да, пошли. Ты что, я не пойму, на расслабоне, на чили, что ли? Качаешься? Смотри, весла, походу, вот тут вот старые, а вот тут вот новые. Да? Мы их испортили. А в воду, что ли? Класс. А в воду. Слушай, у лабиринтов еще тот мыс целый, далеко, я офигею.
И ветер-то не попутный. Видишь, как нас несет обратно? Папа, ты вот покажи, пожалуйста, на чем ты сидишь. Как ты доску проломал? Не смогу показать. Доску проломал? Ты что, я проломал? Она прогнулась под моим весом просто. Худей. Вот и худею, видишь, на весла. Вот это ты разгон взяла. Смолкнула ветерком, да? Хорошо. Такая рябь страшная. Рябь такая страшная по воде, когда от ветер. Неприятная. Людишки что-то там фоткают, что-то. Я села и ветер прокатился. Но мы же ушли из зоны ветра. Вон, видишь, он дует. Вот в этом канальчике. Этим давай теперь. Сильно подбавила. Давай туда, протоку. Попадешь? Нет. Прямо. Теперь двумя ножками, да? С правым сильней. Сейчас глубоко весла не опускает, вот там травы много. Правым посильней, чтобы в елку нам не въехать. Угу. Двумя. Елочка, ты нас не трогаешь, мы тебя не трогаем. Ты нас не трогаешь, мы тебя не знаем. Давай, этим теперь сильнее левым. Сейчас. Так. Угу. Прямо. Погнали. Какая елочка! И она такая сейчас падает. Да, такая, если на бошку упадет. И притопит же. Вот эту мерзость. Нет, я имею в виду, если ты под ней будешь плыть, тебя притопит. Не знаю там. Я слышал, что иногда чистят, но не знаю. Да. Я не про пруд. А, там? Говорю. Нет, вот эти острова точно не косят. Они же недоступные. А. На них надо плыть. То есть, если ты гуляешь с берега, вот оттуда ты на них не подойдешь. Теперь погнали на станцию. Ну что, у нас час уже наш подходит. Давай. И раз. И раз. Видно, что моста снесет. А вон уже и станция. Сейчас туда зайдешь, и все, там ветер кончится. Прям вот на этот мысик направляйся. Не в середину, а прям на мысе. Ветер тебя снесет.
хочет тебя поймать. Молодец. Я на чили, на расслабоне. Я не пью. Во время отдыха? Да, давай этим посильнее, а то в лодке врежемся. Я надеюсь, у меня подруга. Сейчас. А мы туда ткнемся прям в пирс, и он нас поймает. Этим. Там утки дохлые. Да? Теперь да, этим давай. А, он нас сейчас поймает. Двумя. Все, 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 все. Суши. Все, молоток. Ну что ж, ребят, а